Всем привет. Вон на дороге посередке. Как думаете, это ежик или насрали? Я сразу могу сказать, это насрали. Точно насрали. В общем, весь день я занимался уборкой, переставлением хлама с места на место в своем этом гаражике. Ну и вот так вот. В общем, вот так вот и день прошел. Визор у меня затемненный, для меня уже тут сумерки вообще полные. Открываю нормально вообще. Еще как бы светло. Сучара, блядь. Ехал впритык, вот так вот ехал, хотел меня обгонять. А я повелял, и все, сразу там, аж ближе к двум этим сплошным. Так, ребята, мчу домой. Мчу. Вообще, 55 аж разогнался. Быстрее не надо. Представляете, вот если бы он был даже 60 или 70 ехал, некомфортно было. Ребята, а так вообще, я ж даже выпрямил спину свою, грудь колесом сделал. Как будто я еду на BMW. Только так на ту полосу можно послать людей. Только так, ребята. Иначе будут ехать вместе с тобой по полосе. Я думаю, на полном бензобаке я этот сезон откатаю. Я со светом еду. Вот, ребят, смотрите. Чтоб не было лишних слов. Не то ежик, не то насрали. Сейчас посмотрим. Точно, ежик. Пишите комментарии, кто любит ежика. Кому жалко ежика? Ох, красота у меня. Ни у кого такой красоты нету, сука.